продолжение темы культурных достижений. Три междуреченских школьника стали юными дарованиями Кузбасса. Награды вручил один из первых обладателей высокого звания Константин Шамрай. Даниил Шихов в музыкальную школу пришел 10 лет назад. Позади множество конкурсов и побед. Успех – это упорный труд и долгие репетиции. Все не зря. Музыкант – юное дарование Кузбасса. Высшая награда в нашей области. Я долго к ней шел. Нужно много усилий, занятий, терпения. Преподаватель Татьяна Михеева отмечает, Даниил заслуживает звания стипендиат фонда «Юное дарование Кузбасса». Он очень талантливый. Потом работоспособный. Сколько нужно, столько будет заниматься. Юными дарованиями Кузбасса также признаны Василий Гусельников и Анна Булах. Музыкантам вручили награды. А центру «Юное дарование Кузбасса» в этом году исполнилось 25 лет. Вот сегодня подводятся итоги, когда на сцене один из наших первых стипендиатов Константин Шамрай. И когда сегодня на сцене ребята нынешнего поколения. В завершении один из первых стипендиатов фонда, ныне успешный пианист Константин Шамрай, дал концерт. Дарья Гречанникова, Михаил Чеканов, Новости Плюс.